Так, дубль 2. Почему-то у меня она вылетела, когда я выбрал полет. Как я сказал, без денег я остался, броню себе не куплю, буду бомжевать. Как заработать 10 штук, я вообще без понятия. При попытке загрузиться сюда, мне почему-то вылетела ошибка. Но теперь не вылетела, это хорошо. Снова бегаешь со мной. Так, а что ты рассказал? А, должно выйти вторая часть. Я, правда, не знаю, насколько это будет. Когда выйдет, на данный момент я жду уже этого Daylight, когда он подешевит. Мне нужен этот глайдер. Альба готовится к наступлению на свободные земли. Мы должны их опередить. Ну, я почти закончил, но... Ты хочешь лететь к Сокор? Не забывай, что половина этого пташки моя. Хм. Так, холодность слишком велика. Что я должен сделать, чтобы выкупить твою половину? Чтобы убедить тебя отдать мне глайдер. Такой глайдер добыть нелегко, но ты же достал все запчасти под моим руководством. Это был наш общий проект. Так что гони 200 осколков и по рукам. Когда я закончу, получишь свои глайдеры. Но не забудь сперва со мной расплатиться. И вот еще что, не будем делать вид, будто я не знаю, кто ты такой, хорошо? Ты много чего успел наворотить, и это круто, так что не становись козлом. Так, тебе нужен глайдер? Сперва нужно кое-что сделать. У нас хоть когда-нибудь будет нормальный график? У меня нету 2000 осколков. Не, конечно, наверное, продать смогу чего-нибудь. Ну ладно. Кто я такой? Бар, так непонятно. Задром похитил Кай. Нужно ее спасти. Где она? Блин, я же это место раз 10 уже зачищал. Они опять сюда притащились. А, так. Задром. Я ж тебя убью. Нафига ты похитил-то? Моего генерала. Я так и думал, что Задром приведет тебя сюда. Какое ужасное место. Где мы находимся? Убежище Задрома на грани Абесса и Ксакора. Теперь понятно, почему Эликс так беспокоен. Где он? Где Задром? Не знаю. Его давно не было здесь. Должно быть, он получил то, чего хотел, но тогда он наверняка направляется в Ледяной дворец. Этот мерзавец парализовал меня и бросил здесь. Он наверняка планировал это с самого начала. Почему он меня просто не убил? Должно быть, он хотел использовать твою силу. Это была частью его плана, чтобы вернуться в Ледяной дворец. Но ты, видимо, оказалась для него слишком сильной. В любом случае, он зря сохранил мне жизнь. Я больше не дам ему застать себя врасплох. Спасибо, что ты нашел меня. Так, это, конечно, хорошо, но мне бы деньги добавить. Почему мне этих деньги не дает? Испытание сепаратистов. То есть, я ее пришел, спас, чтобы она легла обратно спать на пол. Женщина, сейчас скажешь. Так, испытание сепаратистов. Что они хотят? Я помню, что они... С той стороны где-то вход. Блин, выносливости как вообще нет. А я ведь могу их убить всех. Теоретически. Так, я готов атаковать Ледяной дворец. Ты много достиг, но твои намерения для меня по-прежнему загадка. В каком смысле? На чьей стороне ты сражаешься? Ты воюешь с гибридом, или тобой движет желание отомстить за Рекстаратор? Да. Я не знаю, за кого я воюю. Вопрос не в сторонах. Закончить эту войну — вот наша общая и главная цель. Наш что ты намерен сделать с гибридом? Знаешь ли ты, что он пытается управлять? Он будет сражаться по кобок с тобой только если у нас общая цель. Гибрид должен умереть. Прежняя директива должна быть восстановлена. Расскажи мне о своих планах. Нет, он хочет
Ты хочешь воевать с Акором или драться здесь со мной? Все зависит от того, что ты намерен делать с гибридом. Так, расскажи, как ты себя... Эй! Мы должны найти с гибридом общий язык. Я уверен, что он нас многому научит. Ты так и не понял, ты пытался зажечь гибрида и хочешь теперь, чтобы мы скатились в это безумие следом за тобой? Мы не можем пойти на такой риск. Я сказал, что воля гибрида должна быть покорна все. Это касается и тебя тоже. Тогда мы будем сражаться с тобой. Эй! 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 Эй-эй-эй! Чуваки, чуваки, стойте! Какого? Конечно, нехорошо вышло. Ну, в принципе, я походу выбрал неправильное решение, да? Но у меня не было другого варианта. Либо они должны были все покориться, либо нет. И походу они не оставили мне другого выбора. Хорошо. Ты только зря разозлишь. Хотя, может, ты и прав. Я побывал в рыбацкой деревушке в Эддене. Значит, ты все понял? Ничего не понял. Что по крови мы с Каласком Берсерки? Я правильно понимаю, что ты убил наших родителей, а потом привез нас в Ледяной дворец, как своих детей? Я не понимаю одного, зачем тебе это понадобилось? Мне нужны были наследники, я многого достиг, но я хотел основать династию могущественных альбов, которые стали бы моими преемниками. Увы, я не мог иметь детей, поэтому я поступил по обычаю альбов, взял то, что мне было нужно. И я был прав. Посмотри, как чего добились вы с Калаксом. Вы... поднялись к Сокоре до самых вершин. Я почти довел до конца дела своей жизни. Вы были созданы, чтобы править. Но кто-то меня подставил, а теперь твои приемные дети пытаются убить друг друга. Да, все мои планы рухнули. И как теперь воплотить в жизнь твои планы? Должен же быть способ достичь этого величия. Да, но время поджимает, ты должен действовать быстро. Правда, вот что мы можем использовать, так он цепляется за власть и боится, что утратит, если вы узнаете о его происхождении. Пригрози ему, что расскажешь эту тайну, и Калакс придет к тебе. Хорошо, что теперь я знаю, где и как бороться с Калаксом. Я пошлю сообщение Калаксу через своих адъютантов. Надеюсь, он направится прямиком туда. Возможно, он будет осторожен, ты знаешь, с кем имеешь дело. Ну да. Дело-то я знаю, с кем имею. Убил, ну, что поделать. Встретиться с Калаксом. Ну, давай, посмотрим. Опять сюда. Я же был здесь уже. В принципе, жизни там мне не нужны, если врагов много не будет. Я знаю, что ты здесь, Калакс. Это мой брат, да, я так понимаю? Где же твой тактический гений, благодаря которому гибрид назначился одним из избранных? Стоишь на открытом месте, убить тебя ничего не стоит. Каким же уязвимым сделали тебя чувства? И что тебя сюда привело, Калакс? Я послал тебе одно сообщение, и ты уже тут же примчался. Итак, ты теперь знаешь о нашем прошлом. Вартек следовало сохранить ему нашу тайну. Я не позволю тебе распространять эту информацию дальше, моя честь недорога. Мне кажется, это эмоции, Калакс. Страх, злость, смятение. Которая из них тобой двигала, когда ты пытался прикончить меня? Прикончить? Ты провалил задание. Директива тебе известна. Невыполнение задания карается смертью. Ты так за этим пришел сюда, Джакс? Ты готов умереть? Я должен поговорить с гибридом напрямую. Какой код доступа к его отсеку?
Это могут знать только лексеторы. И ты не лексетор. Мне известно, что этот код имеет отношение к прошлому гибрида. Но я знаю его прошлом лишь то, что его нашли Альбы. Он показал нашим вождям будущее и стал править нашим народом. Прошлое не имеет значения, важно только будущее. Так, ты за этим пришел сюда, Джакс? Ты готов умереть? Так почему гибрид скрывает свое прошлое? Что в его прошлом такое, чего он не желает говорить? Ты видел его прошлое, когда встречался с ним? То, что я видел, не имеет значения. Вселенная, небеса, простирающие в бесконечность. Какое отношение это может иметь к коду? По твоим словам, Терек говорил про старый мир. Может быть, там мы найдем правду? Калакс, ты же понимаешь, в этом что-то есть. Я знаю, что ты хотел узнать истину раньше, и наверняка ищешь ее до сих пор. Я служу директиве. О, закону, те, кто познал истину, не имеют на это права заслуживать. И заслуживают смерти. Выходит, я прав. Это имеет какое-то отношение к его прошлому. То, что ты что-то видел. Прошлое не имеет значения. И ты надеешься, что я поверю, будто ты никогда не интересовался кодом? Это может быть что угодно. Полой код может быть выбран случайно. Правильнее было бы его менять. Но код остается неизменным. И по слухам он связан с его прошлым. Не кажется ли тебе, что это эмоциональная связь? Иначе зачем ему что-то за что-то цепляться? Наверняка это важно. Ты позволяешь собственному мозгу заманить твой разум. Наш мир в руках, гибрид. Мы должны выяснить, что сделало его таким, какой он есть. Гибрид должен достичь верховной власти. Давно ли ты знаешь, что мы дети Берсерка? Я всегда это знал. Ты был слишком мал и не понимал, но я всегда помнил лица своих настоящих родителей. Но они тоже значения не имеют. Нам пошло на пользу то, что нас забрали у Берсерков. Ага, Берсерка в плане, что мы были этими? Ты мой брат, это чего-то стоит. Так ладно, с гибридом что-то не так, ты погибнешь, если останешься с ним. Только благодаря гибриду мы смели выжить. Лишь его понимание путей эволюции и способность видеть будущее могут нас спасти. Это он говорит, но какие у нас доказательства? И что такое он видел в будущем? Познать будущее может лишь гибрид. Кто угодно может изменить будущее. Мы можем строить будущее вместе, вместо того, чтобы убивать сотни людей по воле гибрида. Твой разум затуманен эмоциями. Ты не можешь оценить, насколько ясен взор гибрида. Когда изгой возьмет верх над гибридом, ты поймешь, что у него тоже есть слабость. Я этого добьюсь. В каком смысле незначительно? Назначил одним из избранных. Мне даже выбора не дали. С тем альбомом, в который гибрид видит потенциал эликсетера, вживляется чип биокор, чтобы повысить их эффективность. И мы всегда и всем другим, в ком он уверен. Мы были избраны, чтобы служить его будущему, чтобы обеспечить наступление этого будущего. Ты был избран, чтобы эволюционировать. Гибрид даже вживил тебе чип, чтобы он с тобой общался, чтобы управлял твоими мыслями. Если у меня есть такой чип, почему гибрид не приказал мне вернуться в Сагор? Как мне вернуть свободу воли? Потому что тебе повезло. Вероятно, твой чип был поврежден, когда я пытался тебя казнить. Другого объяснения нет. Как угодно. Что доказательство было уничтожено? Скажи мне, Джакс, ты когда-нибудь видишь образы, которые не можешь объяснить видение? Да, всегда. Да. Частично это могут быть воспоминания, а в остальном это мысли, возникшие благодаря твоей связи с гибридом. Он видит будущее, планы свободных людей, весь Магалан. И какие-то из этих видений могли просочиться в твой разум. Ты пришел ко мне с эмоциями и извращенной логикой свободных людей. Слушай тебя пустая трата времени. Я покончу с этим здесь и сейчас. Папа. Ай. Блин. Только трепался, что убегать. Попади сначала. Брат. I'll take care of this. Итак, код имеет отношение к прошлому гибриду и к видению, которое было к Сокору. Около акции. Оглушен. Так, мне надо что-то съесть. Хлеб сожрать.
консервы сожри. Жареное мясо сожри. Так, ладно, я здесь понимаю, нам делать нечего. Код гибрид тут. Ну что, тебе досталось? Обида. У него щит. Как был у меня когда-то. Что может быть в прошлом у гибрида? Ну, вот вопрос. Как они хотят закрутить сюжет? И что они будут делать во второй части? Мне пока не ясно. Ну, теоретически, если все закончилось. В общем, я выбрал путь, что гибридам надо быть вместе. Почему меня сюда квест привел? Код к гибриду. Слышь? Мне говорят, возможно, ты что-то знаешь. Ладно, ситуация такая. Мне надо убрать убрать командир Фальбо. Так я прорвусь к Ледяной Дверце. В пути не будет сопротивления, никто меня не прикончит, пока я не доберусь поближе. Мне все еще нужно узнать код доступа к отсеку гибрида. Как необходимо, прежде чем пытаться штурмовать Ледяной Дворец. Мне все еще нужно раздобыть осколки. Понятно, значит, еще есть чем заняться. Возвращайся, когда все будет. Гладиар, только не затягивай. Один вопрос. Говорят, ты воюешь со своим братом. И что? Так это просто семейная свара? Я повстанец с моим... Я повстречался со своим братом Калаксом. И, правда, и чего это добился? Тогда нам радоваться надо, или что? Он же сущий маньяк, верно? Мой брат нас больше не побеспокоит. Но вся эта история еще не закончена. То есть есть чуть больше, чем просто семейная свара. И в чем же проблема? Но я не знаю, почему это так. Как это вообще так пролистывает? Ладно. Все, что происходит сейчас, это что происходило раньше, на протяжении многих поколений, все это из-за гибрида. Только он может все объяснить. Только он может прекратить эту войну. Что ты собираешься делать? Если я хочу получить ответ на свои вопросы, мне надо добраться до гибрида в Ледяном дворце. Но это означает, что мне потребуется код доступа. Ты знаешь, где его взять? Я знаю только, что этот код имеет отношение к прошлому гибрида и к звездам вселенной бескрайним небесам. Бескрайние небеса, погоди. Это мне попадалось раньше. В паре мест, но где? О, вспомнил. На юго-западе Эдена есть старый промышленный комплекс. Мне-то там попадалась всякая хрень с этой надписью. И там есть старая лаборатория, но... А, ладно, забудь. Какое отношение ты можешь быть к гибриду? Ты про развалины старого Мидера у подножия горы? Где я нашел первую запчасть для глайдера? Да, именно там. Там я видел эти слова. Это может быть совпадение, но странно, согласись. Может, ты и правда найдешь ответы там. Но есть только один вопрос. Проверить, отправиться туда. То есть они столько трепались, он такой, да ладно, потом, а да ладно, ты найдешь, господи. Ищи, конечно. Господи, какие дебильные диалоги, кто их выдумывал? Надеюсь, во второй части не будет такой лажи. Уж если они так зафейлят диалоги, это просто атас будет. В общем, глайдер это должна быть последняя часть, так я понимаю. Вторжение, так назовем их. А, город. Мне опять что ли убивать их? Блин, мне вниз надо. Так, а где был спуск? Вот в чем вопрос. Блин. Ничего не вижу. Вот он. Нашел. Еще ниже, да ладно. Где-то здесь, по словам Харли, он встречал упоминание о бескрайних небесах. Комплекс, построенный еще в Старом мире, чтобы скрывать от всех какие-то тайны. Бескрайние небеса — корпорации Старого мира, которые занимаются секретами разработки. Говорят, гибрид появился в тот самый день, когда упала комета. Он как-то сумел выжить. Видимо, это правда. Он затаился тут, спрятался в устройстве собственного изобретения, чтобы спастись от последствий столкновений. Человек стал мутантом. Когда он был человеком, он не думал ни о чем другом, кроме того, как уберечь от грядущей катастрофы. Он пытался подготовить группу избранных, тех, кто готов были принять при скрайних небесах. Они надеются покинуть планету, чтобы избежать гибели, но план потерпел неудачу. Правительство его не послушало, он не сумел никого спасти, и остались лишь
Я сразу же лишь желание выжить. И он спрятался здесь, здесь он уцелел. Но во что он превратился? Феликс переполняет его тело. Ему хочется все больше и больше. Разум его раскрывается. Теперь он всецело зависит от Эликса. Но каким был человеком, который... Каким он был человек, который теперь превратился в гибрида? Доктор Адам Чарльз Докинс, бессмертный, недостижимый, всеобщий, венец эволюции. Он по-прежнему желает лишь одного — выжить. Он начал прозревать, он видит будущее и раньше видел его, но что теперь? Способен ли гибрид увидеть будущее по-настоящему? Чего он хочет для себя? Выжить, обрести безопасность, построить лучшее будущее для всех нас? И я узнаю это, только поговорив с ним. У меня есть пароль. Это имя, которое он носил прежде, когда еще был человеком. Теперь я смогу до него добраться. Его имя — доктор Адам Чарльз Докинс. Как ты до этого допер, а? Господи, он что-то стоял. Надо командиров грохнуть. Так, это деньги и опыт. Деньги, конечно, мне нужны, но я не набью столько, я думаю. Чей-то жмур валяется. Да, смотрите-ка. Жмур, жмур, жмур. Па-па-па-па-па-па-пам. Жмур, жмур, жмур. Та-та-та-та-дам. Жмур, жмур, жмур. Ру-пу-пу-пу-пу-пу. Жмур, жмур, жмур. Хава. Так, деньги, деньги, деньги. Никак у него мало всего осталось. Есть 2 очка на прокат. Что за бластер? А у меня сейчас опускатель берегов. 100 урон. 100 плюс 60. Что значит 100 плюс 60? Не знаю. Надо их продать. So, that creature's down to me, is it? Ай. Это не командиры, и они меня уже почти нагнули. Стоп, а где они? Они где-то дальше. Да. Гиды все меньше, которые я могу использовать. Отлично. Аптечки надо стараться не тратить, потому что... Что за... А, здесь молох. Creature's down to me, is it? Ну пошли с тобой разберемся. Тряпка. So,
That creature's down to me, is it? Здесь попасть-то? На, другое дело. Так. Надо завалить генералов. Было прикольно, если бы было связано, типа, чем больше генералов останется, тем сильнее армия. Чем больше ты уничтожишь, тем она слабее. Это был бы прям топчик. Топчик. Кусок этой. Так, сюда. Нам вон гуляет собачка еще одна. Давай, иди сюда. Стоп. Пробило меня. Так, ну там дрон с него, как с гуси вода, толку нету. Эти 9 снарядов вообще ни о чем. Так, генералы где-то уже рядом. Ну, кстати, по-моему, этот стал сильнее. Я, конечно, могу ошибаться. Где он здесь? 40. Да нет, написано 40, но, по-моему, он стал сносить сильнее, то что я же прокачался. Больше энергии, больше этого. Давай. Я же защищался. Черт. Уходи. Так, надо бы найти кровать. Еще минус один, это хорошо. Конечно, без кровати я тут долго не проживу. Потому что второй здесь через дорогу. А тратить все подряд как бы не особо хотелось. Если бы они еще честно шли бы по одному. Маленький голубой самоцвет. Все, чтобы он нас не бесил. А, врагов-то здесь много. Кровать. Ах, нет кровати. Придется жрать что-то. Не хотел я это тратить, конечно. Yeah, I'm on it. Ай. Воу. Черт. Уху. Ну,
Черт. Черт, 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 черт. Фак. Умри. Надо было лечиться. Надо было. На последнем ударе прям. С одной стороны это обидно, но с другой стороны что делать? Их надо всех как-то выманить. Воу. Ужасный вариант. Нафига это вообще стена, если она никак не защищает? Ты мне скажешь? Вот нафига. А от нее толку вообще ноль. Фигасе, что ты чешешь? Пошел вон. Побей его. Ты не хочешь, да, убить? Конечно, бои стали сложнее. Я не знаю, то ли за счет того, что враги стали сильнее, то ли еще из-за чего. А, отмычки. Просто как... Я-то думал, будет сложно. Так, взять все. Ну, 2000 мы наскребли, да? На, наскребли. Ракет, к сожалению, так не скребешь. Почему здесь нет места, где можно отдохнуть? А, стрела. И по логике же должно быть, что я мог прийти и отдохнуть после тяжелого боя. А там вон еще эти шерсти. Wi-Fi, а ну живи. Модем опять помер. Ты будешь работать, нет? Алло. Наверное, от ненадобности вырубается, конечно. Ну ладно, мне он сейчас никак боком не упал. Чтобы за этого переживать. Но мне не нравится, что он не работает. Возможно, он перегрелся. Слушай, Паша, в большей степени весь день. И он, ну, он тепленький, я не скажу, что перегрелся. Вообще, я за него заплатил... Так, 100 баксов получается. Дороговато. И он должен работать. Вы прикиньте, модем за 100 баксов. С ума сойти, да? Вот, и я тоже. Но он не пашет еще. Ты должен работать в любое время, друг. Алле. Очень странно. Возможно, он отключил его. Какая-нибудь встроенная система. Типа ничего не делает, ничего не качает, нафига и надо.
скачок. Вернулся. Ай. Ай. Как же сжали. Здесь просто система управления боя так себе, если честно, и поэтому довольно неудобно сражаться. Пока ты контролишь одного, тебя сбивают с другой стороны, и это вообще нечестно. Твои напарники чмошники, а враги умные. Что ты сделаешь? Да ничего ты не можешь делать, просто можешь нагнуться. Опа, опа. И так сказать, наяривать прибор, который тебе всучат. Извините за грубость, но другого варианта здесь нет. Сейф. Взломать, конечно. Так, 8 больше 7. Больше 5, но меньше 7, но больше 4. Угу. 5 больше 3 и 1. 1-0. Амин. Изи вообще. С тем взлома, конечно, здесь. О, снизу аптечку вижу. А ты кто? Задром? Это была неожиданная встреча. Как ты меня нашел? Я научился понимать тебя и твои планы. Тебе известны мои планы? Да, но тебе не удалось занять место первого Лекситера. И кто же меня остановит? Ты? Не забывай о мутантах, которые мне служат. Это грозная сила. Подчинись, или ты умрешь. Надо же, неожиданно. И ты заплатишь за свое владение. Не хватает, да? Давайся, задром. Почти все твои мутанты мертвы. Так, я не стану с тобой драться. А нужно ли или нет? Давай, задром, почти все твои мутанты мертвы, осталось, остальные скоро следуют за ними. Только моя смерть будет иметь значение. Или смерть моего брата. Твое время зашло. Смирись, если хочешь жить. Это мой выбор. Я сохраню тебе жизнь, но только если ты уйдешь, никогда не вернешься. Я уйду. Но помни, Джек, рано или поздно мы еще встретимся. Ты помнишь, как ты был силен, когда мы... Ага. Когда-нибудь я заставлю тебя осознать, что от чего ты отказался. Придет день, и ты будешь молиться о пощаде. Неожиданно, конечно. Я вообще его даже не видел, я решил за аптечкой зайти. Ну. Да. Пригодится. Все, мутантов мы его напинали, их его молох вообще ни о чем не. Вот эти гады, которые плюются, они неприятные вообще. Поэтому я не хочу с ними связываться. Мало опыта, много гемора. Робот что-то охраняет. А вот что? Они бы еще... А далеко ли я вообще? На далеко. Но робот, походу, просто проход охранял. Но я их тоже грохну. Это лишь вопрос времени. Я же не зря прокачал свою силу. Вон они. Я уже чувствую их страх. Как трясутся их поджилки. А, прикольно. А сфига ли молох их не убивает? Так,
выстрелов, что-то мощно. Ох. Попади уже. Что-то я стал мега мощным. Так, я вижу толпа, которая бежит куда-то. Хо! Курицы его забили. Дерись, блин. А, ну да. Он меткий. I'll help. Yeah. Опа, телепорт. Неожиданно. В принципе, на робота вообще пофиг. Ну, убьем его, но получим чуть-чуть телекса. Толку-то от этого. Какие-то тараканы распинывают этих альбов. Хотя ладно, это не альбы, это дроны. Кто меня там запалил? Ты? Уйди от меня, и ты не умрешь. Он же преследует меня, то их знаю. Нет, эта курица решила преследовать кого-то. Так, это мне пригодится. И на всякий случай, а то сейчас кто придет. Так, один, он меньше 5, но больше 4. Да блин. Один, меньше 5, 4 и 3. Ага. 4. Меньше 8. 6, 5. Ага. 7. А, нет, стой. 5. Меньше. Вот так вот, да? Интересная система. Жалко, что здесь нет у меня этого. Как его? На восстановление жизни жрели. Была бы имба. Какой настойчивый лоб. Это была бы глупая смерть. Так, и последний остался где-то там.
Блин, я все думаю, когда что я уже скоро закончу. А игра-то не заканчивается. Ага. Ну тут придется попариться. Ладно. Чего? Да, это была глупая затея. Как минимум это точно. Но вроде все. I'll take care of this one. Так, тебя убивать не буду, если ты меня не будешь трогать. Вот и договорились. Так, все. Что у нас дальше получается? Харли утверждает, что теперь мой глайдер наполовину принадлежит ему. Нужно убедить его отдать мне глайдер. Ладно. А, все? Все, убили генералов. Ледяной дворец. Путь один. Что поделать? Что мне нужно? Нет, крепкий бульон, вот эта вещь нужна мне. Здоровье плюс 50. Не могу. Не могу. Пора завершать. Столько мы шли к этому.
Я раздобыл код доступа. Так, ты пытаешься туда проникнуть? Если мы сумеем добраться до Ледяного дворца, значит пришла пора выступить против него. Гибрид вживил мне в голову управляемый чип. Если бы он сработал, гибрид в любой момент мог бы отдать мне приказ покончить с собой. Но чип, видимо, был поврежден, когда меня неудачно пытались казнить. Господи. То есть, его пытались казнить, но при этом у него есть чип, который может заставить его казнить. Почему, если не нарушил здание, нельзя заставить себя казнить? Ах, ладно. Не будем думать о логике. Собирай, подавись своими деньгами, давай мне мой глайдер. Ладно. Хотя его жалко тебе, конечно. Я передам тебе глайдер, когда ты скажешь, что готов. Все, нам. Так, ну, блин, я не думаю, что если я продам все, я заработаю достаточно. Ладно, давай. Погнали. Так, то есть, тебе он не для транспортировки нужен? Нет, глайдер мне нужен, чтобы разобраться с силовым генератором. Я так сразу и сказал бы. В чем проблема? Ты никогда про оружейную систему не заикался. Мы же говорили, что глайдер должен быть полностью на ходу. Собирался на нем лететь, у меня не было времени еще и оружие чинить. Так почему ты сразу не сказал? А ты почему не сказал, что намерен делать? Если бы я знал, я бы предупредил об оружии. Но я едва времени хотела починить эту крошку. Она же сложная. Ладно. Я самоубийство убережешься, как будешь. Это единственный способ попасть внутрь, так что придется сориентироваться по ходу. Ты чокнутый придурок. То есть я буду сейчас старанен, да? Если облажаешься, на всем конец. Я не зову добровольцев. Ах ты гад. Чокнутый придурок. Удачи, Рэй. Мы рассчитываем на тебя. То есть на него был заказ, он решил самоубиться. Отлично. Вообще, диалоги и поступки людей здесь просто ужас. Гляди-ка, за тебя этот фокус в воздухе проделал какое-то другое дело. Видимо, он был крепким должником перед тобой. Рэй, вот псих, наверное. Видимо, он чувствовал вину за то, что ты, короче, все это сделал. Пора проникнуть в сердце Ксакора. Все остальные, кажется, готовы. Удачи. Давай, врежь гибриду как след. Надеюсь, ты выбьешь из него все вопросы. И постарайся не умереть. Мы все будем ждать здесь, сидеть и надеяться, что останемся в живых. Гениальная поддержка от них. Так, он деньги забрал или нет? Так, и что у нас остается? Логово зверя. Битва за Ксакор. Так, мне надо другого. Будет какой-то упыря с собой взять. А где здесь все мои компаньоны? Конечно. Да нет. Книги есть? Есть, ужас какой. Ага. Да я там дополняю очко крыс с каждым новым уровнем. Ничего прочитать нормально не могу, да? А где все мои напарники, чтобы... Вот это хорошая вещь.
А, бесплатно учит? Да ладно. Чем мне стойкость прокачать? А, давай прокачаем. А все равно нафиг ничего не нужно. 57. Так, не могу, не могу. Могу, отлично. А, нет, не бесплатно. Ха, я лошар. Ладно. Ну все, остается у нас найти всех моих ребят, которые неизвестно где. Где они все? То здесь тусили, то никого. Ну, как-то так. Попробуем закончить следующую серию. Пока.